Заболеваемость COVID-19 с начала года резко увеличилась. В медучреждениях и временных госпиталях развернута 1951 инфекционная койка. При этом занята на сегодняшний день чуть больше половины коечного фонда. Отличительной особенностью новой волны коронавируса является возможность эффективного амбулаторного лечения заболевших, пояснил заместитель главы муниципалитета Олег Дмитриев. Продолжается прививочная кампания. В округе работают 16 пунктов вакцинации. Привито уже почти 76% от общего числа взрослого населения.